YouTube, как, например, собачка, там где-то там возле озера. И он ее продает. Фотографии. Не знаю, кто там заказчик, и она. И, в общем, он говорит, ему все пишут, почему вы себя не снимаете? Снимите себя, а то у вас вот с вами ничего нет нигде. И он пришел, думал, блядь, я ему разрешу снимать. Я ему говорю, послушай, говорю, ну, во-первых, там не только ты, но и я. Говорю, мне зачем, говорю, я уже говорю, нет, мне не надо. Ага, в общем, короче, он такой расстроенный, типа, ушел. Угу. Ну, я до утра дожила. Видео разделила по частям. Она говорит, ну, можешь, блядь, всем выставить, что ты, блядь, стрелялся снять. Че меня сняли сразу такой? Я ему говорю, ну, это я тебя сняла, блядь, а не ты себя, блядь, говорю. Ну, шо? Говорю, снимай себе дома сколько хочешь. В моем помещении зачем?